Что-то я ему не понравился. Объявление развешиваете? Я видео снимаю. По поводу? А? По поводу дороги? Да нет, дома. Дома, архитектура. Вы-то здесь живете, вам это безразлично. Нет. Вы привыкли уже. А в Америке знаете, как это смотрят? И в Европе. Поэтому... Пока народу нету, а то потом не походишь. Людям очень не нравится, что их домики снимают. Он особенно вон тот дом. Но он брошенный. Но кто знает об этом? Это мы с вами знаем. А я пишу, что вот смотрите, как люди живут. Он не брошенный, человек за границей. А, за границей? Да. Родственная душа. Ждет, когда немножко это самое, Володька. Это самое. И обратно. Не поверьте, он просто не продает. Так а почему не продают, например? А у него здесь две бабушки, они живы, ага. Но они никуда не приезжают почти. Ну, сейчас земля подорожала в два раза где-то. Ну, он говорит, умрут, продам. А, так они приезжают сюда? Они в городе. Ну, память, значит. Что поделаешь, ну ладно. Долбоёб русский, блядь. Какое твое собачье дело? Что я здесь делаю? Упырь.